Девочки, всем привет! Рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня я хочу вам рассказать о базовом курсе по наращиванию ресниц и показать работу наших мастеров по прошествии третьего дня обучения. Обучение базовое в нашей студии проходит 3 дня. Это 3 дня теории и каждый день отработка на модели. То есть вы получаете 3 урока теории и 3 работы на модели. Вы выполняете работу самостоятельно, а преподаватель только контролирует вас и исправляет ваши ошибки. То есть после прохождения курса вы сможете самостоятельно у себя в студии или дома нарастить ресницы, как уже хороший мастер. Сегодня я вам покажу работу ученицы. До этого человек никогда не держал в руках пинцета. Вот что получилось, вы увидите в конце видео. В наш базовый курс входит только классическое наращивание. Я считаю, что классическое наращивание – это основа основ, без которой объема вы нарастить не сможете. Поэтому для того, чтобы делать объемы, ну, как я знаю, что все мастера очень хотят делать сразу объемы, вам для начала нужно отработать хорошо классику, привести ее в идеал, и ваше время наращивания не должно превышать 2-2,5 часов. Зачастую практика показывает, что новые мастера, они наращивают классику где-то 3-4 часа. Естественно, если вам еще преподадут объемы, ваше наращивание будет длиться от 6 до 10 часов. Естественно, никакой клиент не захочет так долго проводить процедуру. Поэтому моя рекомендация вам для старта. Сделайте свою классику идеальной, сделайте ее конкурсной, и только лишь тогда беритесь за объем. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш канал. Всем пока!